Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed. Так, ладно. Нам сказали, что нужно отдыхать, так что давайте отдыхать. В прошлой серии мы убили одну из целей. И в этой серии мы продолжим. Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Да, времени мало, поехали. Блин, мне в телефон-то что-то, блин, забыл поставить, чтобы узнать время. Так, ну ладно. Сейчас 6 часов получается, да? Ну, блин, попробую как-то не забыть. Я сейчас в полный Где экран Люси? Играю и... Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским. Что-то такое китайцы. Все таким же глупым. А ваша цель... О, открыл. Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы готовы? Да, готовы. Блин, вы, блин, не надо так делать, а. Мне, блин, время мое тратите такими разговорами. О, философии этой всякой. Я тут играю, я хочу играть в геймплей, в ассасинов, а не размышлять о философии. Так, продолжить, да, нажимаем. Я надеюсь, мы до самостоятельно. Вы можете до отвлекать врагов подберемся. Мертвыми телами. Воины оставят свой пост, чтобы посмотреть, в чем дело, и вы сможете попасть в охраняемую зону. Ага. Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. Спасибо. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Акр и Иерусалим, да? О, маленький ножичек взяли. Короткий клинок, нажмите один. Получена новая способность быстрое убийство. Можете потренироваться во дворе. О, сюда можно теперь зайти. Ну-ка, что это за место? Это вот такой садик, да? Сад такой.
Ну ладно. А, флажок нашли. Ну-ка забери. Мне он нужнее. На один флаг из массива. Странно, зачем его? Да не это? Туда, вон туда давай. Так, кстати, мне здоровье увеличили. Было, кажется, 4 или 5, а теперь вон сколько. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? А ты тут на чё тогда? Если ты сам не можешь их научить. Или ты меня будешь учить, а? Так, Васеньку. Окей, понял. Зажимаем вот эту. И как только начинает на эту атаку, ну, скользит уже. Как только начинает скользить, нажимаем на атаку. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Да, все поняли. Так, не, мне ничего не нужно. Выход. Понимаю, у тебя много дел. Так, а где находится Акар-то? Мы были в Дамаске, мы были... Есть такой город Иерусалим. А где Акар находится? Так, ладно, пошли. Чтобы вытащить второй клинок, нужно время. Почему он несется, ваша как первая атака должна стать и последней. Узнал, где находится Акар. Он находится на севере Израиля. И называется там, кажется, Ако. Акар там, ну блин, у него там много названий, как я понял. В данный момент он находится на севере Израиля. Блин, ты посмотрел там, блин, хранит трашу. Вот чтобы вот от Масиафа до Дамаскуса дойти, это нужно 200, больше 200 километров топать, если не 300. А до Иерусалима и вообще далеко-далеко. А никак тут куда показывает. Он пошел? Не, понимаю, что, блин, если мы нам сдали бы 300 километров эти топать, то это, ну... Это для игры хорошо, не сказалось бы. Игра хуже была бы. Ну блин, в данном случае можно было его уже вот здесь, уже переход сделать, а не бегать тут-то. Я бы здесь переход уже устроил бы. Чтобы эти 200 метров не бегать. Метательные ножи поражают врагов издалека. Надо как-нибудь попробовать. Кстати, блин, метательные ножи издалека-то. Ну-ка, слезь. Мне дали вот этот маленький клинок. Ага, нажать сюда и бить его. Вот так вот. Ага. Ладно, окей. Так, у нас есть два крестика. Воу, разуй глаза, кретин! Как я помню, то, что правый, вон там вот. Это у нас, ну, крестоносцы. Или те, которые... Не помню, они оба кресты. Один из Дамаска. Ой, чё-то.
Один Иерусалим, другой Акар. Так, ну а куда поедем? Сюда или сюда? Давайте в к евреям съездим, а? Так, первая точка вот здесь пускай будет. Поехали. Он бежит? Да! Так, на этих лучше внимания не обращать. Так, стой. Нужно подумать, а куда дальше-то? А, то нужно вон там, ну что, как делать, да? Это вот так объезжать, надо в другую сторону ехать, и там будет переход, да? Остановите! Убейте его! Иди нахрен. Мне сейчас, ну, точно не до тебя. Лучше бы сказал бы, где находится этот переход сраный. Он здесь, что ли? Так, ну, чуть дальше будет. Он будет чуть дальше. Вот здесь нужно что-то. О. Я! А интересно, не, подожди-ка. Хотел сказать, а это единственные города, которые будут. А потом вспомнил, что мы еще и Дамаск еще почти не исследовали. Там еще три района или четыре. Еще нужно посмотреть. Да! Так, ну мы добрались. Здравствуйте, пацаны. Я тут мимо делом только зайду. Нужно кое-что проверить, и это. Нужно просто кое-что проверить. Давай еще выше. О. 5 из 100. Так, где мой конь? Так, вот он, черный. Остановите его! Вернись сюда! Воу. Да идите вы нахуй, ничего не до вас, что ли? Я вас что, трогал как-то? Я на вас клювался, что ли? Так, а как там с картой, кстати? Нормально. Так, давай. Сейчас нам нужно вот сюда, наверное, да? Вот так вот, давайте так поставим. Воу-воу. Я! 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 Ого. Так, подожди, как куда дальше? А, все, нашел. Я! Я! Я!
Ты не имеешь права. Нет, такого... Имею, подождите вы. Так, дальше, вот там будет переход будет. Остановите да! его! Что, я поймаю! Вот где-то здесь переход должен быть. Так. Что, та же самая херня? Не, подожди, нужно немножечко вон в ту сторону пройти. Ну и ладно. Убейте его! Идите вы нахуй все, а? Все, добрались. Все сюда! Тебе не уйти! Ищите везде! Да, ищите, вы молодцы. Вы прям очень хорошо стараетесь. Ты куда? Сюда! Скорее! Не дайте ему уйти! Он меня не уйдет! Держи его! Там же кого тугуна! Тебе конец! Ой. Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса. Со мной Аллах ты уже проиграл, даже если не понимаешь этого. Не дайте ему уйти! Хватит бегать, тебе право не уйти! Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса. Со мной Аллах. Это пустая трата времени. Так, минус один. Да хары мы как-то сделали. Как вот, как это херни-то? Уходите, а? Kime boyun eğmek istiyorsun? Так, еще одно сняли. Гебер, кафир! Ну, что там? Хочешь умереть? Ну, будь по-твоему. Тебе конец! Неверный, у тебя нет ни малейшего шанса. Ну, следующий. Что убил его? Странно. Вот и все. Ишь ты, на меня не видите, захотели полезти. Ну я им взял, навалял еще. А вот почему ты вот, блин, спрыгнул, ну, не там, где нужно, это что-то я не понимаю, а? Зачем так сделал? Зачем спрыгнул? Хрен пойми где, а? Как успехи? Нормально, теперь вот это вот сюда нужно. Остановите! Убейте его! Давайте, бежать тебе некуда! Ну давай попробуем. Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Они не должны драться. Ну? Ну, с этим мечом нужно немножечко аккуратнее. Подожди, дай слезь. Нужно кое-что забрать. С
маленьким нужно просто тренироваться не больше. Да я тебя хотел, чтобы ты в коня сел, а не это. Ты взял что-то там. Да! Прыгнул просто. Похоже. Это человек убийца? Да люди, неверный! Нахрен, нахрен, нахрен всех. Убейте его! Платишь за свои грехи! Чекин, он им дангер, один убей! Он уйдет! Да! А куда дальше-то? Ай, наверное, не туда, да? Хватайте его! О, а внизу этот лежит. Оттуда выхода нет! Я тебя поймаю! Ищите его! Чиме бойне, Микки Спёртон! Ты от меня не уйдешь! Чиме бойне, Микки Спёртон! Ну, хоры. В смысле, ничего себе тут воюет? Хватит бегать, тебе все равно не уйти! Хочешь умереть? Ну, конечно. Это будет просто. Я не думаю, что это им больно воюет, а? Я поймаю! Так, минус один. Еще минус один. Вот так. Все, всех завалили. Так, где мой конь? А это еще зачем? Где мой конь, так говорите? Куда это? Что его так напугало? Да где? Че, конь, коня ищу своего. О, еще один флаг. 7 из 100. أنا متأكد جدا إنه لم يغادر المدينة. أو الشيء السديد الذي كان ينبغي. Пожалуйста, больше так не делай. Я уступлю тебе дорогу. Так, отсюда выйти-то. Вот здесь можно, да? Ты не можешь. Не можешь. А не, подожди, стоп. Там вон на ту вышку нужно. Это, наверное, мне нужно просто спуститься вниз. Пожалуйста, иди куда-нибудь. Я! 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 Так, нет, отсюда вот он не выйдет. Ты от меня не уйдешь! За ним! Скорее! Так, я отсюда мы и выйдем, да? Давай, забежать тебе некуда! Ты не имеешь права так поступать! Я тебя поймаю! Все, валим. Нашли путь от входа. Так, блин, гадёж, ничего себе не тут умеет, а? Ну, наконец. Да хоры уже тут. Ау, коней. Ну, наконец-то. Да! Так, нам вон туда нужно. Вот я уже вижу. Тихо. Блин, как вы меня все достали, да? Ну, давайте. Yeah!
Минус один. Я видел этого убийцу! Остановите его, пока не поздно! Чем я бой на имеке спёртым? Вот и всё. Так, ладно, запрыгивай. Одни и те же башни. А, блин, так куда ты прыгаешь-то, а? Я тебе сказал, блин, вверх, а ты куда-то. Ну все, молодец, молодец, почти добрались уже. Блин, там стреляет кто-то. Там по нам стреляет уже. Так, ладно. Теперь куда? Теперь нам сюда только. Больше некуда. Убейте его! Да достали вы меня уже! Так, сейчас на... Он туда, наверное. Да? Не-не-не. Кебер, кафир! Увидел, окей. Кельбурая! Вот так. Возьми это. Минус один. И добивай его. Вот так. Все, поехали. Перепрыгни. Наконец. Убейте его! А, мне что, неправильно поехал? Нет, дорога-то одна там. Мы еще просто до нее не добрались. Так, теперь сюда, да? Да, да, все правильно. Аккуратненько, никто ничего не видит. Все, валим, валим быстро. Мы на финишной прямой уже. Нужно просто взять, доехать и все. Пожалуйста, больше так не делай. Тебе конец! Я догоню тебя! Ага, догоните, догоните. Если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз, он раскроет ваше укрытие. Ишь ты, я не знал. Ну ладно, запомним, что нужно аккуратнее чуть-чуть. Ну ладно, мы на месте. Мы на месте. Нельзя ли поосторожнее? Нет, нельзя, я на коне еду. Блин, опять какая-то крепость, да? Нет.
Ты напугал меня. Нельзя ли поосторожнее? Ты напугал меня. Да чем я вас пугаю? Тут, блин, просто еду мимо вас и все. Иерусалим, да? Ну ладно. Гарнизон местный. Сейчас, наверное, охрана так, такая же стоит. Я уже старик. Будь осторожен. Но нет охраны. Нет, охрана стоит. Ага, я даже вижу, кого спасти нужно. Чтобы внутрь проникнуть. Пожалуйста, хватит. Мне возьми маленький меч, пошли. Этому в другом месте. На помощь! Помогите кто-нибудь! Неверный! Янара Чакин. На помощь! Помогите кто-нибудь! Уйди с дороги! Умри, неверный! Отрублю голову! Да вы чё? Давайте начнём. Да блин, давай уже это. То, что я хочу делать. Так, в ножку и в рожу. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Да хоры уже, я, блин, откажет во встрече, но этого я слышу. С кем я не поговорю. Убийца разгуливает на свободе. Так, ну ладно, пошли. Проникаем внутрь. Ау! А, нам этот нужно нажать. И удерживать. Ну ладно. Я уже вижу местную точку обзора. Защититесь от неизвестных. Все, пошли. Защитите тех, кого любите. Отпустите, работайте, пожалуйста. И будете награждены. Талал обещает. Блин, это место мне что-то больше нравится. Она более любой, кто лучше способен работать, выглядит, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Кто мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но уходи. Вы не обязаны склоняться. Да я ищу тут кое-что. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Понятно, тут какой-то, ну, блин, какой-то промышленник, да, получается. Честный труд. Небольшая цена за достойную промышленника награду. Какого-то нужно убрать. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Талал так, знает, ну давайте сразу разберемся. То, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду.
Что-то понравилось. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен что работать, делает? Может прокормить себя. Я подходите, я спрашивайте. Я расскажу, подайте, что может предложить вам Талал. Вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете... Кто все. Знает, да, блин, что готовит будущее? Вот этого. Что за беды? Добрый день, за... дорогой друг. Защитите я могу тебе помочь, пожалуйста. Защитите тех, сейчас... кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Где вот его хочу за этого? Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. А зацепи вот этого. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Подошли. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Все, рассказал. Пошли, побеседуем. Ты расскажешь мне, откуда вся эта информация? Отстань от меня! Ну уж извините, я тебя преследую. Далеко еще идем, а? Я тебя не знаю, оставь меня. Нужно поговорить. Ах ты грязный распух! А что, так нельзя, что ли? Это не... Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему Вакар? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Ты ничего не видел. Короче говоря, кто-то что-то готовит и что-то находится на складе, и он скоро это в Вакар отправит. А в Акре у нас находится следующая цель. И мы там тоже будем. Нет, умоляю, не... Так, ладно. Следующая точка, давай, уходите, получается, вот здесь. Подайте пару монеток. Извините, нету. У меня денег вообще нету. О? Ты мерзавец, убирайся вон отсюда! Добиться. Всё, увидел. Христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога. Ай. И они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель. Какая? Невежество, насилие, безумие. Мы должны дать им отпор. Убирайся. Любой ценой. Умри, слава. Все, ты не потерял, да? Он нашел, да, потерял. На защиту нашей великой цивилизации. Не видишь ты меня сейчас, да? Знаете, да, блин, да повыше, а заберись. О, молодец. Вер, вот сюда давай. Мы должны защищаться.
Ну-ка, что-то увидел. Да ты увидел вот это. Так, ладно, следующая точка, давай вот это вот сделаем. Пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Специально, верно, ассасины это располагают. Трагедия, да? Скажете Думаете, вы? Думаете, кто-то гонится за ним? Но я говорю, так просто их не положено. Я прошу всего лишь пару монет. Так, это какая-то уже башня какая-то. А не часовня. Ну, типа часовня. Так, не чушь. Где можно забраться? Тоже нельзя. Только спереди, да? Не yapıyor bu aptal? Просто смотри, наблюдай. Ничего не предпринимай. Блин, высокая башня-то, а? Это, наверное, наблюдательная, да? Потому что она хорошо укрепленная, типа. Охранники там сидит. Ты же не против, если я тут посижу, хорошо? Ты точно, наверное, будешь не против. Ни шагу! Ну, слушай, мужик, не надо лучше. Все, до свидания. Так, нет, давайте вот сейчас вот сюда вот пойдете. Пойдем. Почему он несется, как угорел? На в агентство зайдем. Спросим конкретно, кого нужно убрать. Трагедия, скажете вы. Как и понял, какого-то там промышленника нужно убрать. Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Нет участи. Здорово. Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Скажи, что ты знаешь о некоем Талале. Это твоя работа — находить и убивать людей, Аль-Таир, а не моя. А твоя — помогать мне. Его смерть пойдет на пользу всей стране. А тебе она не пойдет на пользу? Это тебя не касается. Как раз твои действия меня касаются. Можешь не помогать. Я сам его найду. Постой. Я не могу допустить, чтобы ты шатался по городу, словно слепец. Я расскажу тебе, где искать. Я слушаю. Три места. На юге, на рынке, что разделяет еврейский и арабский районы. На севере, близ мечети. И на востоке, перед церковью Святой Анны, рядом с воротами Баб Ариха. Это все? Этого достаточно, чтобы начать поиски. И больше, чем ты заслужил. Понятно. А кто он такой, ты вообще не знаешь, да? Ты мне только рассказал, где найти информатора, да? Слава Салахаддину! Он нашел в себе силы встать на защиту. Неверный король хочет... Ладно. Окей. Ну, тогда пойдем вот сюда. Давайте зайдем. Ты смеешь красть меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Прекрати, ты делаешь мне больно! Ты смеешь красть меня на глазах? За это ты поплатишься... Убирайся, черн, пока цел! Так, еще выше, что ли? Да, еще выше нужно. Ау, заберись на выше, что не можешь-то? Ау, прыгай!
О, я здесь сразу спрыгнул. В чем проблема была? В чем была проблема-то? Там подняться. 4 из 9. Так, кражу нужно совершить. Давайте в первую очередь давайте вот здесь разберемся. Похоже, он торопится. Ничего себе. Спасибо. Для чего он это делает? Так, возьми вот это вот. Отстань от меня, я ничего не сделала. Вор! Грязный вор! Роги! Помощь! Помогите! Тебе конец! Умри, неверный! Ты заплатишь за свои грехи! Ни минуты покоя, это наконец-то! Беги, пока можешь! Забери все это! Ну, бей. Отрублю голову. Еще одного. Убийца! Стража! Стража! Вот так. Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Так, идем дальше, получается. Что это? Это богатый район, да? Как и это произошло? Мне больно. Бежать некуда, старик. Что это? Назад! Добрый день, дорогой друг! Я ни в чем не виноват. Если я могу тебе помочь, пожалуйста. Зачем ты? Ой, чем я больно, Мекки Стёртон? Еретик! Я! Да примет Аллах твою душу! Ты уже проиграл, даже если не понимаешь этого! Ну как? То что это было? Тебе конец! Несчастного изменника! Вот он! Он здесь! Тебе не уйти! Так, ну давай, подходи. Нет. Вот и все. Закончили. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Все, я тебя видел уже. Да, ну и времена настали. Да. Так, идем дальше. Вот теперь вот сюда нужно зайти. О, флаг. Он, похоже, спешит. Иерусалим, их 2 из 100. Можно больше так не делать. Он точно кого-нибудь. Ух ты, их тут получается тут сколько? Их тут получается как где-то 300 должно быть, да? Что за болван? Просто прыгаю. Тебе что, жалко, что ли? Пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные пухнут с голоду. Иди отсюда, Ваня. Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Не подожди! Ты заплатишь за свои грехи! Там его палец отдавай! Он серьезно думает, что одолеет меня. Страдание и боль. Я тебя поймаю! Нужно год. Нужно до. Там она хапая. Так, минус один. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. Да, понял. Мужики в черных халатах.
Не дали. Все, идем на следующую точку. Кто мог сделать такое? О, нет. Что случилось? На помощь. Он сошел с ума? Не понимаете, у меня совсем ничего нет. А кто-то говорит. О, боже. Стража. Хоть что-нибудь для больной голодной нищей. У меня ничего нету, сколько еще можно повторять. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Так, мне покажется, что я ничего не повторяю. Дайте пару монеток. Да не могу, я не вижу его пока. Информатора вашего. Бля, ты голая стена-то, а че я сюда забрался-то? Не понял. Тут, наверное, какой-то проход определенный должен быть, да? Что это? Чего тебе надо? То есть отойди. Сюда я не пройду, да? Давайте сюда тогда пойдем. Я ни в чем Альтер не виноват. Зачем ты это делаешь? Как-никак, но сегодня я хочу закончить. Меня, пожалуйста. Мы подлинные. Альтаир, похоже, у меня появились враги. Аль-Муалим попросил меня проследить за работорговцем. Но он заметил меня, и теперь я должен скрываться от его людей. Мне нужно выбраться из города. Да? Помоги это сделать, и я расскажу тебе все, что я знаю. Не трогай меня, пожалуйста. Понятно, подходите, подходите. Окей. Большая распродажа. На помощь! Помогите кто-нибудь! Меч! Уйди с дороги. Убери это! Прикрю голову! Хочешь умереть? Ну, будь покоем! Ты от меня не уйдешь! Сама нахапала! Я догоню тебя! Так, где он? Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были не подпускай их ко мне, Альтаир! И будьте уверены, я не могу развернуться. Я этого никогда не забуду. Ты умрешь здесь и сейчас. Да, они поймут, что насилие. Давайте бежать тебе! Вот и так вот, все уже. Все, один дальше. А можно ты немножечко ускоришься, а? Ты же не против сейчас, если ты ускоришься? Ну же, ну давай, ну что-то так медленно все ходим-то. По этим маленьким закоулкам этим всяким. Отрублю голову! Пощади! Умоляю! Вот и все. Еще 70 метров нужно идти до этой точки А. А, нам вот сюда нужно, да, до выхода дойти. Так, аккуратненько идем. Мы никого не трогаем, все нормально. Спасибо, брат. Возьми эту карту, на ней указаны места, где обычно прячется Талал. Пригодится, если этот трус решит бежать, а не сражаться. А зная его, я тебе скажу, что он так и сделает. Ну окей. Ладно, идем дальше.
теперь нам нужно вон туда идти. Интересно. От кого он убегает? Мы подлинные дети Аллаха. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Попробуй. Чиновольными умри! Сеньор, помогите мне! Seni gözüm kapalı bile yenerim. Ya! Oğlum. Ne işin? Следующий. Спасибо. Закончи, док. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Так, еще один. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Ну да, 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 все понятно. Кто мог сделать такое? 6 из 12, половинка есть. Так, дальше, дальше. Вот сюда надо идти. А! В теории я сегодня хочу все закончить уже. Тебе что-то нужно? Ну, знаешь, сегодня я хочу длину, по крайней мере, этого убрать. Я? Нет, я в порядке. Мне просто повезло. Вор! Чего это? Грязный вор! Окей. На помощь! Помогите! Не подходи! Я отсеку тебе голову! Ничего себе ты! Почему они дерутся? Почему они дерутся? Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Что сейчас произошло? 7 из 12. Теперь давай вот эту точку обзора посмотрим. Ну, вон. И чего он? Он в кого-нибудь врежется. Тебе что-то нужно? Хотя давайте я, блин, прикур сделаю. Зачем он делает это? На серию. Точнее, ну, блин, сделаем. Зачем он это делает? Да куда ты прыгаешь, дурачок-то, а? Сказал тебе, прыгай в эту сторону, ты прыгаешь в другую сторону. О, господи, а. Умри, неверный! Не уйди! Да иди уйди нахрен, а. Видишь, я делом занят. Тебе нельзя, иди везде! Кунгудалин. Тебе сюда нельзя! Знаю. Я по делам просто. Тебе не следует здесь находиться, уходи. Не потеряйте его! Ай, с луками этими. Ищите все. Нормуль. Первый, давай вот сюда вот забирайся. Все, молодец. Еще одну точку посмотрели. И прыгай нахрен. Ладно, давайте вот на этом мы сегодня закончим. Я как понимаю, блин, ну, время у нас на один час вышел уже. И в теории на этом можно закончить. В следующей серии. Я прямо сейчас начну записывать следующую серию. Просто чтобы для просмотра, для удобства просмотра было все это. Ну ладно, все. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.